Всем привет, друзья! С вами снова Леди Диана. Да, всем привет. Андрей, дракон Серебряной Луны. Всем привет. Ну и добрый Макс, разумеется. В общем-то, и как вы понимаете, мы продолжаем проходить Трайн 3 и, в общем-то, полную версию. И, как вы понимаете, мы решили проходить ее внутри вот этого большого куба. Да, я улетел вниз. Да. Слушайте, я предлагаю сначала попробовать зайти вот в маленький кружочек. Хорошо. Можно. Вот. Все кувырком называется. 25 треугольничков нужно собрать. Ну что ж, начинаем приключения. Я начинаю скучать по временам, когда артефакт сразу забрасывал нас куда надо. Как-то на мой вкус многовато нагрузок на ноги. Осторожней, там дыра в земле. Где дыра? Отличное начало, по-моему. Да. Да, мы тут, мы все за одного персонажа за понтик играем. Так, хорошо. В дыру он провалился, в общем. Слушайте, это потрясающее место. Вообще. И вы слышите, кто-то храпит, по-моему, да? По-моему. Нет, это что-то свистит. Нет, кто-то храпит. Ну, не сейчас, а вот конкретно сейчас он этого не делает. Вот сейчас. Это гоблин, вот он. Вот гоблин. Кто-то храпит. Вот он спал, но вот зачем его разбудили? Ой, я забыл, как называется. Мы, по-моему, попали в Властелин колец. Там вот одна из этих двух башен. Мордор? Нет, Мордор, там еще ж башня была какая-то. Друзья. Там, где я забыл, как маг, который... Так вот это делает, по сути. Тихо, ловите! Получилось. Я вижу, Диана, тебе понравилось, запомните. Да нет, я просто как-то тренировалась, когда проверяла. И пунти дольше у меня был успех. Я очень долго пинала камни. Понятно. Так. Удивительно, что я забрался вторым. Удивительно. Нормально, я стояла, наблюдала. Джеронимо! Гоблин в гости. А, не ко мне. Но почему нельзя подобрать их палицу? Ну почему? Тебе не нравится меч? Нет, просто хочется попробовать что-то тоже эпичное. Ага. Обрез какой-нибудь, да? Ну да. Так, как раскачать? Я честно хотел помочь. Ебанки летят. Да, это эпичное зрелище. Вообще. Так, там треугольничек остался. Я за ним. Окей. Так. Ух ты, здесь качельки. Иду. Качельки. Достали. Так, тут эту штучку достать. Ух ты, ясно. Теперь у меня проснулся исследовательский интерес. Поднимайся. Просыпайся, шевелись, плотва. Кто из понтиев сильнее? Угу. Да. Непонятно, что делать. Не совсем. Надо, наверное, забраться туда наверх, чтобы захватило вот это вот... Да нет. Ладно. Нет, серьезно, нужно подняться наверх туда, чтобы немножко приподняться, что ли. Нет, не получается. Попробуйте с разбега ударить. Ну... Эта штука. О-о-о! Там не удержать... У меня удержать ее не получается. Попробуйте кто-нибудь. Так, кого там поднять сейчас? Меня. Я пыталась пнуть и Понти спалился. Ну, следовательски интересно. Вот-вот-вот, кто-нибудь встаньте, вот так вот. Подождите. Получится сейчас?
Еще. Нет, пролазим. Все, достали. Все, отлично. Достали и... И все, по идее. Да что ты... Не падай, Конти. Нет, а, нужно реально ее приподнять еще больше. И в этот момент кто-то должен... Так, я опять встану под нее. Давайте. Все круто. Есть. Если придется, рыцарь должен уметь быть безжалостным. Ачивка выполнена. Тихо, тихо. Я уже не могу остановиться, да? Так, ух ты, так, качельки. Вы посмотрите, что там творится впереди. Это что-то да, с чем-то. Да, иди тебя возразит. А, все нормально, да? Я. Обалдеть, обалдеть. Вот это класс. Мясорубки. Так, я чувствую, жить мы будем недолго, да? Ну, меня, видите, у меня уже понесло в самый конец. Так. Я вам буду подсказывать дорогу. Спасибо. Так, господи. Так. Ай, ну ладно. Круто. Здорово наблюдать за всем этим, при этом не предпринимая никаких усилий. Да. Ну да. Андрей, спасай положение. Нет. Пожалуйста. Ну, на то это и испытание. Да. Я начинаю скучать по временам, когда артефакт сразу забрасывал нас куда надо. Заново! Но все эти стопаны. Вроде порядок. Ну, хоть так. Надо как-то выбираться. Так. Классно. А, ну нет, какого-то... Да. Отлично. Так, я побежал вперед пока. Там... Вроде уже не надо эти штуки белые собирать, вот так? Нет, нет, смысла нет, конечно. Идите сюда. Летай, давай. Так, надо убить вот этого. Пришли такие хулиганы, да? Кто именно? Мы или они? Нет, в данной ситуации, по-моему, мы хулиганы здесь. Так, опять эту качалку надо... Люди, люди работали, 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 работали. Так, кто там качает? Да ладно. Вот это круто. Не свойственное мне свойство. Так, великолепные качельки возвращаются. Так. Ай-яй. Так. Понятно. Ну, я почти прошел. Но это было так. 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 Нет. Диана, нет. Когда ты ко мне присоединишься? Я надеюсь, что мне не придется этого делать. Андрей почти сделал это. Так. Но я уже почти рядом. Да. Не поверишь. Хорошо. Хорошо. А, перед... вот и я ее иду. Перетем. Нет. Еще чуть-чуть. Хочешь сейчас мощно хвататься за платформу. Да, отлично. Я молодец, я молодец. И все собрали, между прочим. Да, отлично, замечательно. То есть нам чуть-чуть не хватило, буквально. Открыто достижение, если уж так переводить, то мама дорогая. Такое достижение открыто. Так, мы можем еще одну пойти. Да, я так думаю, что нужно это сделать. Я вас подожду все-таки. Ну да, давай. Так, ну что ж, отправляемся в еще одну. Отправляемся еще одну. Стычка в джунглях. О, ну наконец-то я в Зое. Давайте повеселимся. Ну вот так вот кратенько. Давайте повеселимся. Много веселья, да. Мне страшно подумать, кто это говорил. Ой, сразу сход, ребят. Сразу, да? Так вообще-то нечестно. Вот теперь это я из груд. Да, каменный только вариант. Угу. По-моему, он еще не погиб.
Нет, погиб. Нет, по-моему, погиб. Ой, а что это такое? Камни. Их можно кидать. Может, они нам впереди пригодятся? Толкайте. Го. Футбол. Да-да-да, это футбол. Вот там наверху висит красненький либо фрукт, либо что это. Разбить, наверное, надо. Ну что, сейчас получится? Не, не достанем. Здесь еще два таких, друзья. Отлично, вперед. Ну, предлагаешь их. Да вот и вот еще и маленький. Эпик как здесь в этой игре просто масса. Давайте. Так, ну вот и все. Парочка маленьких осталось. Они бьют, правда. Ух ты! Собираем. Они сейчас пропадут. Да-да-да-да. Все, 25. Ну, было бы удивительно, если бы мы все не собрали. Ну да. Король джунглей, открытое достижение. Какое это имеет отношение к джунглям, непонятно. Ну, видимо, как-то... Ну, и еще одна открылась. Думаю, стоит ее пройти. Я так думаю, что мы ее пройдем, потом пройдем вот этот вот большой кружок. Ну и закончу уровень. Да, серию. Да. Так, ну что, все готовы? Скорее всего, это будет за Зои миссия. Отправляемся. Навряд ли обе за Понтия проходили. Нет, ну вообще, конечно, я ничего не имею против трех Зои. Забытый пергамент. Начать приключение. Зоя, ты так и не рассказала, чем занималась, когда за тобой явилась тройка. Уверен, опять что-то противозаконное. Нет закона, запрещающего ходить по заброшенным руинам. Сказала Анджелина Джоли. Я пыталась вернуть имущество одной бедной слепой старушки. Стихи ее покойной прабабушки. Это сейчас так называется, да? Да. Круто, вы посмотрите, что там на заднем плане. Это руины. Похоже вообще на затопленную какую-то землю, да? Цивилизация затопленная. Так, вы идете? Да. Пытаемся. Вы забыли меня! Вы забыли меня! Спасай нас! Сейчас подерем. Он сейчас действительно пойдет Лара Крофт. Да, совершенно верно. Это же классно. Так, я помню, мы этот уровень проходили с вами в... Да, было такое. Поэтому нам сейчас направо, потому что... А туда дальше нам не нужно? А дальше уже выход. Направо попасть. Я кого-то стигу колесницей. Так, и как, я помню, надо... Развернуть, ее надо развернуть, наверное, да? Давайте каждый будет тянуть в свою сторону. Ну давай. Давай. Так, вниз, вниз, на крюке спускайтесь. Я никогда в жизни не упаду. А я еще могу еще вытянуть веревку? Видно. И полетела вперед. Как туда попасть? Я одну собрал штучку. Молодец. Я тоже туда штуку. Смотрю. Все просто замечательно, найс. Нет, все-таки нужно разбить это тележкой. А подожди, может быть ее нужно. Там не внизу еще одно кольцо есть, Андрей. Внизу прям кольцо есть. А, я зацепился за него как раз. Почему-то не дает это сделать. Может быть, нужно, зацепившись за это... Кольцо, спустись вниз роликом и там перецепись на то кольцо. А где ты там видишь кольцо? И нет еще. Ну тогда цепляйся за кольцо и прыгай потом в спейс, спейс, спейс. Вообще, я настолько башист.
Нет, я сейчас... Еще не... Нет, надо было еще ниже спуститься. А ниже уже не спускается. Да ладно. С того кольца нет. Ты так и не рассказала, чем занималась, когда за тобой явилась тройка. Уверен, опять что-то противозаконное. Я пыталась вернуть имущество одной бедной слепой старушки. Кусок старого манускрипта. Стихи. Ее так, там надо подтяните вот за нижнее кольцо. Он может разбить стенку. Эл! Я так не играю. Она не цепляется. Так. Так. А теперь, значит, тележка развернулась за семьи. Отлично. Значит, это был глюк. Значит, не лишена некоторых фич, назовем это так, это игра. А нам не нужен этот ящик? Наверное, нет. Пока нет. Вот видите, там что-то... А, там выход, да, впереди? Да, вот там, вот там, вот впереди. А разве не нужно ее разогнать? Нет, наверное, не нужно. Ау! Тихо! Лети сюда! Нет, он летит сюда. Так. Ну вот. О! Ну, тут, не спрыгивай! Я не знаю, почему спрыгивать. Такая за... Да! Я не знаю, почему спрыгивает. О! Спасибо. Отлично. Ящик. Готов. Так, нам надо подтянуть его обратно, да? Так, там факел интересный, да. Или треугольник. Не надо мне на голову ящик. Ну хоть раз я спрыгнула нормально. Так. Все. Вот открыт. Проход открыт, да. 17 из 25. Прыжки. Так. Мои любимые прыжки. Крылатые острова, да? Андрей, ты не против, если я тебя здесь подожду? Ура, Джеронимо! Эта карта приведет меня к гигантскому изумруду. Все, 25 собрали. Эта карта приведет нас к гигантскому изумруду, как только вы приедете сюда. Я сейчас пытаюсь. Я пытаюсь. Ура, я пытаюсь. Стрелы, я пытаюсь. Отлично. Статуя реально напоминает Лари Крофт. Да-да-да. Ох. И тут мы все собрали. Поэтический, а нет, друг поэзии. Открытое достижение. Почему? Опять же, не может быть, чтобы все собрали, а? В чем-то подвох, нет. Так не бывает. Здесь подвоха никакого нет, Диан, я тебе все прям четко объясню. А дело в том, что сейчас были три Зои, и мне кажется, часть треугольничков оказались так аккуратненько, где-то, видимо, не на экране, скажем так. Понятно. Параллельные вселенные. Ну, ей же надо на что-то жить, правильно? Конечно. Поэтому ничего страшного, ну, два, ну, три треугольничка прихватило. Ну. Подумаешь, да, ну что, отправляемся. Да? Да. Опять о Понте. Да что ж такое? Вокруг Академии. Я почему-то предпринимаю попытки. 150 треугольников, ребята. 150? Нет ничего странного в том, что наша троица героев была унесена вот так внезапно. Ведь с большой силой приходит и большая ответственность. Артефакт души обладал темной силой воскрешения. Он сделал наших героев бессмертными и всегда готовыми к подвигам и приключениям. И неважно, хотят ли сами герои этих приключений. Я все еще не понимаю, как работает эта магия тройки. Смотри,
Когда мы вместе, артефакт как бы поглощает истинных нас и проецирует в реальность лишь проекции нас. Мы вроде как тени. Мне кажется, все понятно. Особенно для Понтия. Не самое удачное место для похода. Я тут все, что можно, уже подчистила. Бедная Зара. Надо убить белку. Так, где наш третий боец? Загружается еще? Нет. Слушала. Так, отдайте мне Зою. Без проблем. А как мне нужно это сделать? Нажми на цифру 3. Все. Тыковки. Справедливость восстановлена. Да. Так, кто там свой пусть летит? А вот нам и объясняют, как менять персонажей. Да. Ой-ой-ой. Ага. Тихо-тихо. Так, а в другую сторону не пробовала раскачиваться, а Зоя? Давай. Есть. Ты, по-моему, за ящик можешь зацепиться, вон он висит на шипах наверху. Могу. Ну вот. Дело. А как еще делать мощный тут прыжок? Подпрыгиваешь и влево-вправо. Влево-вправо. Как еще раз? Подпрыгиваем. И влево-вправо. Влево-вправо кнопку мыши одновременно. Одновременно. Обе нажми. Угу. Сломай, пожалуйста, ящики. Зачем они так крючки собираются? Я сделаю это элегантно. Ага, мои стрелы не ломают, да? Отлично. Ломают вроде. Так. Ага. Так, ну здесь надо летать. Так. Что волшебное здесь? Дачных полетов. Это вроде все норм? Там больше ничего нет. Да нет, непонятно. Вроде не видно. Это мне кажется чекпоинт. Это мне кажется чекпоинт. Да, скорее всего. Здесь нет сохранения. Так, нам нужно модель. Тут еще плюшки для полетов. Подожди, тут плюшечки еще. Я помню это место. Я тоже. Место для полетов. Да. Понти услышал хорошее слово. Так. А я смогу, интересно, сделать вот так? Джеронимо! Не надо! Он долетел! Я смог! Отлично. И там еще на заднем плане есть. Я монстр. А, подожди, это, по-моему, порталы все-таки, нет? Понти великолепный. Нет. Так. Янка мешает. Кто-нибудь? А, тихо. Так, извиняй. Страшно. Есть? Допустим. Нет, это не портал. Слушай, а ты можешь из лука вон в веточке, который вот мост впереди? По сути, должна. Но это должен сломать понтик. Ну ладно. Понтик сначала нужно бы восстановить. Ау! Ага, так, и где вас останавливать? Так, вот тут Зоя, а тут Понти. Я просто подождите, здесь выпил пару кружечек пива. Ну, в смысле, Понти выпил пару кружечек пива. Так. Теперь понятно выражение слова «зависнуть». О, еще. Так, секундочку. А, тут Зоя. Залезть. Да. Зоя спрашивает у Амадея, где Понти? Да он зависает. Я улетел. Пора мне прилететь. Так. Вот, летаю. Лечу. Я лучше всех лечу. Ногами перебираю. Отлично. Ну это же маг, в конце концов. Угу. Ну да. Так. Надо все собирать. Да, вот с учетом того, что у нас 150. Угу. Так, За ящик цепляй. Угу. Вроде как. Нет, цепи ящик. Зоя, цепи ящик. Молодец. Нет, ящик надо передо мной поставить, по-моему, нет? Нам еще наверх надо залезть как-то. Вот здесь вот, да, перед Понтием поставить ящик. Нам надо еще залезть. Кто-нибудь залезьте наверх, вот я построю пирамидку своеобразную.
Ай, тихо. Надо быстро залезать. Что я держу. Вот, честно говоря, я бы на месте Понтия бросил чем-нибудь тяжелым туда наверх, обрушил бы этот мост. Ну, не мост, а... Вот, хорошо. Помост, скажем так. Отлично. Все Диана, собрала. Диана, не забудь прочитать, что там обходи. Написано. Дается ли? Не дается. Я туда могу зайти, а что там? Странно. Ничего. К сожалению, так, ну, надеюсь, что мы все собрали. Снова надписи. Так. Маленький шарик, да. Ладно. Ну как маленький? Ай-яй-яй-яй. Сделаем так. Допустим. Наконец-то я стал приносить пользу. Ну, Понтий так считает, что он пользу приносит. Контрол ныряем. Вау. Контрол это вниз, если что. Ага, пробел вверх. Так, тут я помню, есть секретик, но сначала наверх залезть. Дорога к Астральной Академии лежит через заросший пруд. Ландшафтный дизайн, учебный план вроде не... Так, я поплыл. Отлично. Так, надо, чтобы Зоя подтянула к себе вот эту вот платформу. Я секретку забираю. Тут очень красивая статуя стоит. Диан, подтянешь вот эту платформу? Попробую. Просто ты меня топишь. А, я сейчас заберусь, все. Я плыву к вам, маг плывет. Всем привет. Я достал секретик. Так, там я не могу забраться еще наверх, да? Сейчас все будет, подождите. Надо, чтобы кто-нибудь встал вот на эту платформу, да. Ну зачем же так жестоко? Так, надо, чтобы я поближе подплыл. Для этого нужно пододвинуть вот эту платформу обратно. Как это сделать, загадка? Отлично. Ну да. Вот, пожалуйста. Только немножко далековато. Ну, давай я буду тянуть. Давай. Говори, сколько. Нормально, все. Ага. Так. Не допрыгните. Есть. И факт. Круто. Посмотрите, какой классный стайл. Так, там наверху есть. Да, там наверх надо будет. Сейчас, секунду. Секунду. Так. Запрыгивайте туда. Кто-нибудь. Зоя, запрыгивай. Да. Только не надо намекать, что Понтий весит больше. У тебя броня очень тяжелая. Ну окей. Да, будем считать, что это броня, ладно. Молодец. У меня получилось. Ну все, сиди там. А ты новый разве не можешь кубик? Так, давай. Не, ничего себе. А ты не можешь зацепиться за мой куб? Могу. Ну. Подтягивайся. Это жесть, как неудобно. Да. Все в 3D. Да, в 3D сложно. Вот, сейчас хорошо зацепилось. Сейчас проверим, насколько это хорошо. Да. О, еще и шипы. Так, может быть, все-таки мне подпрыгнуть на какое-то время, и ты с платформы перепрыгнешь, Диана? Как ее так скручиваешь? Да вот я не знаю, лучше с платформы. Вот так вот раз, и все, мне кажется. Пусть Понти встанет на ту дальнюю. Я понял. Не, как-то неудобно ящик расположен. Ладно. А нет, ну зачем было? Ну сейчас, отцепись от него. Я понял, что нужно сделать.
Ну, в принципе, сработает. Давай. Еще раз. Ну да. Это самый лучший вариант. Все. Понтий думал, что сделать. Давай. Понтий, лезь. Вот так, сейчас. Да, все. Отлично. Можно проладить. Надо. Забирай. Круто. Меня не запрет, да? Да не должно. Ну надо же, без потерь. Сохранение. Что? Я сделал очень просто. Ну правильно, да. Так, вот туда вот можно. Дальше. Давай. Я пока тут займусь делом. Давай. Ох. Получилось. Замечательно. Мне кажется, ландшафтный дизайнер, который работал здесь... Сейчас там есть. В этих помещениях, он довольно-таки творческий человек. Надетые черепа на... Это надо было продумать. Так, ну мы, да, долго тут думали, я помню, с этой мельницей. Да-да. Теперь все гораздо проще. Ну. Все собрали. Раз уж мы трое тут и все такое, видимо, нам надо что-то сделать. Да не может быть. Так, ну давайте, ребята, в бой. Я тут бесполезен. Кстати, да. Нужно именно в когда красненьким что-то у него вон. Нужно стрелу выпустить в ногу. Когда она откроется. Я не поверите, он просто стоит. У меня фича, баг глючит. Ну то тогда дай он мне. Он у меня тоже только стоит. А, то есть только я буду работать, да? Ну да. Да. Забирай. Сейчас. Что я там нужна? О! Рубите! Готово. Ага, руки нет. Он выглядит слегка расстроенным. Ау! Что-нибудь поймайте камушки его, а? Зачем? Так, готовится. Все сделано. Ой-ой-ой. Так, а тут что? Что делать? А, вон, надо бить. Ага, бей, понял. Нет, запрыгивай на это. Я понял. Секунду. Давай, эй, готово. Странное облако вылетело из мертвого монстра и затем растворилось в воздухе. То есть рассказчика только зубок испугало. Взгляните на чудище. Оно сделано из мусора. Гадость. Как вам такая идея? Если вернуть тройке ее силы, мы могли бы снова жить своими жизнями, как нормальные люди. Свобода! Звучит заманчиво. Свои странные умения герои обрели в первую очередь из-за того, что тронули артефакт. И вот они снова тянут к нему руки. Похоже, оно не работает. Представь, как ты отдаешь свою силу. Нет, а ты лучше представь, как я ткнул стрелой этого надо. Простите. Таинственно. Заявляю, собиралась только делать шалость. Все пошло хуже, чем я себе представляла. То есть еще и Гарри Поттер здесь. Виноваты. Оно плывет женщины. К академии. Ясно, вырвался злой дух. Дело. И я думаю... Нам придется идти следом. Это я во всем виновата. Я знаю, я выпустила эту злую энергию. Верните мне Амадея. Пожалуйста. Кстати говоря, вы знаете, друзья, мне кажется, что вот этот вот монстр, его нельзя называть монстром, потому что это первый проект Энакина Скайуокера.
То есть, да, он сначала его сделал, а потом решил что-то поменьше изготовить. Ну да. Так. Враги. Что это? Темные маги. Корни заколдованы. Поглядим, настолько же они липкие, как тот большой. Так. Я камушком не умею отбиваться. А вот это очень напоминает лорда с Властелина колец. Вот честно. Да, спите, да, пожалуйста, да, с вот этим товарищем. Ага, спасибо большое. Контрольный. Так, а, сюда точно, с прыжками. Так, мы там внизу точно ничего не пропустили? Да вроде бы нет. Ну, будем надеяться, что нет. Так, открыл чекпоинт. Есть. Не, правда. Остается только, чтобы меч отвалился еще. Перепрыгивай. Понти, тяжело перепрыгнуть эту голову. Дело в том, что я думал, что он проснется. Что ты, Зоя, завопила. Нет, он же не страшный какого-нибудь древнего бога. Чего-чего? Ты, наверное, хотел сказать, Амадей завопил. Я никогда не воплю. Тихо-тихо, не сбрасывайте, не сбрасывайте. Если никто из вас не кричал, то кто это был? 3D, прыжки. 3D вообще прыжки. Ух ты, здесь что-то еще есть. Так. Нет, тут больше ничего нет. Я хочу что-нибудь сломать, я очень мало всего ломаю. Да ладно. Успеешь еще. Так, ну-ка. Я не знаю, может, я как-то попробую подтянуть? Нет-нет, все вроде бы в порядке. Так, все-все-все. Вот, все. Карета! Вот бочки ломай. Тут, вот. Лошадей нет. Черт. А вдруг там был треугольник? Ну ладно. Видим. Ну ладно. Тут уже 86. 88. 89. Давайте каждый считать. Вон там совсем наверху есть что-то. Да, вот там можно залить. Так, внизу точно ничего больше не осталось? Да вроде бы нет. Да, Понти там все сломал. Даже что-то лишнее. А, качели. Я их еще помню. Да. Что с ними делать, не помню. Вот, по-моему, нужно веревку вот пропустить вот, вот вокруг них. Что там, да. Красота? Красивый красота вид? Красота и два треугольничка. Красиво. Увольняемся. А. Искусство длинного меча. Не-не-не, наверх, наверх, наверх. Тут мы еще не все сделали. Вот, угу. Кольцо, зацепись. Вот, вот. Сейчас. Прыгай. Я вниз уехал. Всем супер. О, бабочка. О, я хочу бабочку. У тебя банки с собой нету, чтобы я туда вот. Поверь кольцо, мне, кольцо. Есть. У меня есть шлем. Ой. 103 уже собрали, неплохо. Да ладно, все равно нам потратить еще немного. На рыбалку столько дней, и хоть бы одна поклевка. Здравствуйте. Какое невезение. Ну, рыбачий человек. Здесь какой-то крюк. Здесь какой-то крюк. Ничего. Мне кажется, его нужно использовать. Тут рыбачат, ты не видишь? Он мирный, да? Ну да, нужно помочь ему в рыбалке. Так мы удочку сломали. Ну так свежи. Нет-нет, здесь, а, уже, есть? Здесь уже рыбка поймалась одна. Ну так нужно, чтобы это, улов-то был. Кстати, там внизу ничего на дне нету. Я вроде бы посмотрел, не нашел, но можно еще раз посмотреть. У меня не прячется веревка. Снова? Нет. А, да, вижу.
А потому что у тебя бабцы на веревке. А, нет. А, нет. Я начала изготовление своей новой юбки. Зои надоело. Один и тот же наряд. Давай, давай, давай. У тебя же веревка висит за кусочек удочки. Теперь вниз спускайся. И прицепи вот к... Там крючок есть внизу. Все. А, вот так. Есть. Он поймал рыбку. Такой довольный, вы посмотрите. Наконец-то. Будет наконец-то. На ужин тушеная рыба. Тушеная рыба на ужин будет. Да. Я так понимаю, что это та самая большая черепаха, только без панциря, да? Ну что-то вроде. Да. Который тоже спешит. Пошли за ним. Никогда не видела, он пошел домой. На черепахе без панциря. Мой мир не будет прежним. Он ушел домой. Очень круто сделано, как да. Я не помню этого, поменяли они тут. Ну да, что-то. Такого все... не было точно. Не надо все разлапывать, злой дух. Злой дух. Наконец-то славная битва. Отведайте-ка силушки богатырской. Все, все собрал. Можно спускаться на славную битву. И что, это все? Это все? К сожалению, да. Но это же нечестно. Опять эти волшебные штучки. Уверен, они имели в виду что-то конкретное, когда это затевали. Платформу. Мельница. Как-то так. Понти, недолго думая, да. Решил. Так, давайте все встанем на одну какую-нибудь. Я хотел помочь. Друзья, как-то вы медленно, я уже прошел. Ну, я не знаю, у меня и то дальше. Так что смотри. Андрей, вся надежда на тебя восстановить нашего Конти. Я тут слегка зависаю. Сейчас. Готово. Гравитация, вроде да, все ты победил. Так, у нас там на заднем плане что есть плюшечка. Угу. Я хочу взять один из этих стягов, друзья. Так, что у нас? Странно, но ничего не произошло. Так, все там собрали? Нет, я пытаюсь собрать кое-что. Так, а я тут пока... Все, буду пить. Нет, вот эта веревка, она меня пугает. Давайте, слабаки. Но она одна, слава богу, пока. Вперед! Ну я очень долго делаю свою юбку. Это кропотливый процесс. Да. Тем более, да. Это же как макраме. Это не какой-нибудь вам там прет-а-порте готовое платье. Это индивидуальный заказ. Эксклюзив. Совершенно верно. Я помню это место. Ты присоединился к нам, чтобы вернуть все, как было раньше. Одного не могу понять. Да. Чего вдруг Понти смело и добровольно решил расстаться с магической силой? Вот здесь как раз юбка была просто великолепной. Я мнению, что тройка отчасти несправедлива. В прошлый раз к этому моменту я уже могила что-то сделать. Странно, странно. Старим! Вы слышали, что Понти говорит? Но мы всегда спасаем королей и принцесс. Нет. Как же овца? Как же овца? Как же овца-то? Как же баран, да. Где же его любимый баран? Так, сломали. Отлично. А, дали. Мешки. И снова веревка, которая висит непонятно где. Да. Так, как тебе помочь? Да я как-нибудь сам сейчас. Ладно, давай. Там снизу мы ничего не пропустили, а то там кольцо было внизу. Ну, вроде нет. Вроде нет, да. У нас довольно-таки много уже всего собрано. И зачем здесь это кольцо? А, точно.
когда Понтию нечем заняться, он занимается прыжками. Допустим. Связывай, залезайте все. Потом выстрели. Так, я не могу залезть. Можешь. Можешь. Верь, ты можешь, ты можешь. Стреляй, верю. Не попало. Да? Просто из краешку. А, вот это. Ну вы хотя бы перелетите. Классные качельки. Я хочу еще раз. Понти хочет качельки. Да вы и так все сможете запрыгнуть, в принципе. Докачался. Я жду. А, нет. А, да. Нет. Ай, ну что такое, Понти? Ладно, идти я возражу заодно. Давай, забирайте, Зоя. А, я тут не могу. Да что ж такое? Нам вот это можешь сломать? Вот это вот можешь сломать? Могу. А меня кто-нибудь сломаете? А, если здесь нет. Да. А, ты опять здесь. Ну окей. Спасибо. Да, чё? Ну что? Андрей, скинь мне, пожалуйста, ящик. Мне так, по-моему, быстрее забраться, чем... А я уже приноровилась. Потому что у меня почему-то не получается нормально запрыгнуть. А, так это ты горел, да? Там далеко. Ясно. Меня смущает эта веревка. Я не могу. Ну, тогда на качельке. Да? На качельке. Добро пожаловать. Ну, либо мы пройдем дальше, ты погибнешь и прилетишь к нам. Почему-то я не могу раскачаться. Прыжок, качелька. Вперёд. Да нет, тут же можно запрыгнуть. Да там балка висит, там не сразу надо на эту запрыгивать, там на балочку, на стене. Белая полосочка такая. Подойди к стенке, вправо. Ну или... О, готово. О. Все, входим. Отлично. Вау. Вот это да. Куда это? Так, бой. А-а-а. Деритесь. Вот теперь это моя стезя. Ай, тут все огненный шар, берегитесь. Ага. Отведайте силушки богатырской. Опа. Они меня боятся. Ну, тут все-таки убил. А? Боитесь меня, супостаты? Что же вас так мало? Ну я в ящике застрял, ребят. Я в ящике застрял! Понти выполнил свой долг. Так, подождите, тут ничего. Залази. А я не могу залазить почему-то. А, все. Круто. Понти в силах. Не открывай двери, не открывай завесу. Мало ли что. Так. Я не отдам тебе Зою, Макс. А я... Это просто оговорочка по Фрейду. А, Понти всегда хочет стать Зоей. Ты понимаешь, у него это постоянное желание. Так что... Поэтому все так в его руках. Не осуждай, пожалуйста, его, не осуждай. Верхний треугольничек. Он тоже человек. Нет? Смотри-ка, видишь, Зоя не прыгает. А, да-да-да-да-да-да. Рискни сам. Но мне нужен еще ящик. Ау. А, вот где можно подвигать, да? Я иду туда. Нет, он не дает подвигаться. А, нет, когда вдвоем только он двигает. Цепляй, Зоя. Ну, предположим, как-то вот так и... Ой, веревка разрывается. Ящик поможет. Ладно, хорошо. А? Не надо! Классно. Что, запрыгиваете?
Вот давайте вот так, вот так, вот так, давайте. Сначала на маленькую, потом на среднюю, потом на высокую и с большой плюшкой сначала. Ты до прыжки, да? Издеваешься? Да-да-да. Учитесь. Учитесь. Ну все, теперь можно двигать. Круто. Есть. Молодцы, прошли. Ну вообще, еще 5 у нас где-то треугольничков. Так. Нам осталось буквально чуть-чуть. Поднимите меня, пожалуйста. Если ты возродишься, да, где-то. Да, если ты возродишься где-то рядом. Потому что есть вероятность, что ты окажешься... Похоже, что нет. Ну, идите вперед без меня. Почему? Да ладно. Нет, ну как-то это неправильно. Понти так не любит. А где ты? Без понятия. А вон там вообще. А вот здесь спал. А, сейчас, секундочку. Ну да. Все. Попытаемся залезть. Рискните. Для меня это испытание. Для меня теперь тоже. Оно для всех испытание. Ну, Понти же особенный, вы же понимаете. Все, прошли. Так. Зоя, поставь. Зачем ты это понесла? Пни ящик туда. Нет, сломайте, сломайте, сломайте. Вон ветки впереди. Я предлагаю сделать это эпично. Подождите. Уже все. Я хотел сделать где-то эпично. 5 штук пропустили, похоже, потому что там уже вон выход. Да к сожалению. Нет, похоже, этот маленький осколок тройки дает нам часть нашей старой силы. Мы же не пройдем дальше. Береги его, Амадей. Подозреваю, он понадобится, когда мы выследим эту тучу. Вперед! Так. Черт. Где-то 5 пропустили. Чтобы Понти топтал врагов, нажмите Space и кнопку мыши. Чтобы Понти топтал врагов. Пока что следующая локация нам открылась. Да? Ну вот, хорошо. Значит, определенное количество треугольничков. Тут подписано. Нам нужно... Сейчас посмотрите, у нас уже 2 даже испытания открылось. Дополнительно. Вот здесь нужно 450. Мне кажется, это максимум все-таки, нет, Андрей? Вот если ты проходишь игру, то в любом случае ты идешь на следующий уровень, разве нет? 700 нужно здесь всего собрать. Здесь 900 всего нужно собрать. А, ну... Так, ну я думаю, на этом мы с вами закончим серию. Да. Да. Она успела. Совершенно верно, да? Да. Я напоминаю, что с вами была Леди Диана. Да. Всем пока-пока. Андрей, Дракон Серебряной Луны. Всем пока. Ну и добрый Макс, увидимся в следующей серии. Всем пока.